Для детей, конечно, рай. Конечно, эти вечерние программы, наши любимые животные, которых можно наблюдать с утра до вечера, и даже когда они ложатся спать, все равно можно заглянуть, посмотреть, как они сегодня на каком боку уснули. Поэтому и детям, и взрослым прекрасно фривольно гулять здесь в огромном парке, плавать и загорать на великолепных пляжах, где можно в каждом секторе покушать что-нибудь разного, что-нибудь вкусного. Привет гостям Ялты Интурист от Эвелины Бляданс.